Цават Йорли, исполнительный директор Crytek. В Crysis мы хотели не просто продолжить идею о Far Cry, а расширить границы игрового дизайна и геймплея. Нелинейность — первое, чего мы хотели добиться. Мы не просто даем игроку выбрать дорогу на уровне, или способ обезвредить врагов, или какое использовать оружие. Мы даем ему выбрать свой стиль игры. В нанокостюме есть возможности ускорения, силы, брони и невидимости. Он подчеркивает тот стиль игры, который вы выбрали. В Crysis история будет разворачиваться на глазах у игрока. Все вокруг будет частью сюжета. Окружающий мир, уровни, задания. Все рассказывает что-то об общей истории игры. Дэн Виволли, старший вице-президент NVIDIA. Больше всего мне нравится то, насколько реалистичны джунгли и весь игровой мир. Все постоянно движется, живет. Вы видите воду и понимаете, что именно так она и должна выглядеть. Сложно указать какой-то конкретный элемент, только все составляющие игры вместе делают такие пейзажи, какие геймеры еще никогда не видели. Все лучшие игры FPS последних лет выходили на PC. Я думаю, что Crysis станет эксклюзивной для PC-игрой. Четкость графики, звука, количество шейдеров, данных — все это никак не перенести на консоли. Хайди Рейндмашер, глобальный менеджер продукции Microsoft Games for Windows. Мы несколько лет работали с ребятами из Crytek. В начале разработки игр для Windows Vista мы хотели убедиться, что работаем с действительно лучшими разработчиками для PC, и что они могут делать игры с нуля и на полную использовать мощь Windows Vista. Такие вещи, как DirectX 10, например. Когда вы видите финальный билд Crysis, то понимаете, что наше желание сделать отличные игры для PC и то время, которое мы провели вместе, не прошли даром. Я скажу так. Разработка началась 2-3 года назад, и жить игра будет еще года 2 после выхода. Так что это 5 лет жизни. Здесь та же ситуация, что и с Far Cry. Вы же не будете рассчитывать, что купите Lamborghini или Ferrari за ту же цену, что и машину более низкого класса. Crysis в какой-то степени спортивная машина от игр нового поколения. Самый интересный аспект Crysis — это нанокостюм. Каждая миссия для вас станет незабываемым опытом. Вы будете по-настоящему уставать и изо всех сил бороться за выживание. Демо выйдет 26 октября, а игра 16 ноября. Думаю, небольшая задержка пошла игре только на пользу. По-моему, геймерам Crysis должен понравиться.